Ну что, давайте протестируем вот этот маленький желтенький автомобильчик. Ну как маленький, достаточно-таки большой. Ёлы-палы, так, аккуратненько едем. Всё, сейчас будем взлетать. У него, видишь, колеса большие. Будем подпрыгивать. Так, сейчас проверим. Опа! Нифига себе! Разбился, да? Нет, пока нормально все. Так. Опа! И взлетаем. Так. Здесь мы врезаемся в какую-то невидимую стену. И падаем вниз. Ох ты. Так, колесо потеряли, да? Так, и все, двигатель. Ребята, двигатель не заводится, колеса, правда, поворачиваются передние. Ну, а задние, естественно, нет. Потому что у нас отлетело колесо. Ну, как-то так. Машинка наша разбилась. Ладно. Я предлагаю протестировать еще раз машину. Все, едем. Фары включим. О! Сейчас попробуем на маленькое вот это, на маленькое. Нет! Движок отвылетит, смотри. Движок просто-напросто вылетел, вон он летит. Двигатель. От автомобиля. Офигеть! Как так вообще? Ребята, от такого мощного удара движок просто-напросто оторвало. Все, он улетел. Машинка наша в дребезги. Ух ты! Немножко я не вписался, конечно, в поворотик. Потому что машину разорвало здесь, короче, перед. Давайте еще раз попробуем протестировать. Ну, а что ж получится. Сейчас аккуратненько будем ехать. Сейчас мы аккуратненько попробуем все-таки протестировать. Я знаю, надо вот сюда выехать немножко. И все, летим вперед. Опять, ребята, мы попадаем на вот этот столб. Да. Ладно, сейчас будем тестировать большую. Большой. Как тебе сказать, рампу, да? Большую рампу. Так, включаем фары. Все, летим. Едем. Сейчас на большой рампе попробуем взлететь. Взлететь повыше. Там, кстати, тоже столбы стоят. Ох ты! Ёлки-палки. Все. Движок опять вылетел, что ли? Нифига, ребята, движок опять вылетел с машинки. Какая-то модель машины такой странный, что при столкновении движок вылетает. Я не знаю, давайте попробуем найти этот двигатель. Куда он упал? Что-то как-то я его не вижу. Сейчас поднимемся наверх. Повыше. Ага. Я не знаю, куда он отлетел, этот двигатель. Но здесь его нету. Давайте посмотрим. Да, машинки его тоже нету. Смотри. Пусто. Двигатель вылетел. Офигеть просто. Я даже вот для интереса сейчас попробую его найти, этот двигатель. Куда он мог... вот он, ребята, лежит, движочек. Вот он, движочек. Так, надо потише сделать передвижение. Ну что, давайте еще раз протестируем как-нибудь. Я хочу вылететь повыше, подальше, чтобы нам не мешала вот эта штука. Ну, как она называется? Это вентилятор этот, я не знаю. Ну, что-то вылетело из головы. Вентилятор мешает нам. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, мы тестируем большой, большую штуку. Вентилятор. Смотри сейчас, какой будет удар. Ну вот этот движок там уже трясется. Опа! Все, и двигатель вылетел, да? Нет, двигатель на месте вроде бы. Сейчас проверим. Так, так не получится посмотреть. Так, сейчас мы немножечко
камеру. Так, ты видишь двигатель? Я что-то... Ну вот он, движок, видно, видно. Да, хорошо. Движок у нас не вылетел. Не тестируем заново. Все-таки я хочу вылететь. Вылететь туда. Прям аккуратно. Аккуратненько. Все, едем. Увеличиваем скорость. А то так мне, чтобы так не думать. Сейчас будет небольшое столкновение. Опа, нифига. Машину колбасит, я перевернула. Ё-моё. Всё. Колёса улетели. Но, короче, металл, металл, куча металла. Колёсики наши отлетели. Всё, они уже приземлились, скорее всего. Так, а что с нашим автомобилем? О, туда же что-то ещё крутится, ребята. Карданный вал. Кто хочет посмотреть, как устроен автомобильчик, смотри. О, да там она еще что-то, какие-то признаки жизни показывает. Правда, одно колесо осталось. Интересно. Вот он, двигатель. Давайте запустим его. Ну да, трясется. Вот так-то мы протестировали, ребята, автомобиль. Ставь лайк, если тебе понравилось тест. Босс получает. Сегодня с пауком мы, короче, играем. Ну давай. Паучок. Опа, удар есть. Хорош. О, мне вот это нужно, не знаю, что... А, наносит урон больше, чем обычно. О, взорвался. Так. Здравствуйте. Меня плошку вызывали. Ох, чуть-чуть, чуть-чуть не хватает мне его ударить. А ну-ка, есть, урончик. Всё. Сейчас ещё раз тебя щёлкнем. Ещё хочешь? Сейчас ещё раз сделаем. Подожди. А, всё, он улетел. Босс. Убежал. Так, так, так. Ребятушки. Сейчас я его зачелкаю, подождите. Всё? Нету больше никого? А, вот эта машинка, да, она мощная. Мощная надо будет её расширить. Таким способом, да, это уничтожим. Так, НЛОшки пошли. Всё, я взорвался. Я взорвался, ребята. Так, а билеты у нас закончились, да, получается? Ну ладно. Закончились билеты. Ну ладно, играем. Так, нет, подожди. Поменяем режим. Батл арена. Просто батл арену поиграем. У меня уже 126 кубков, оказывается. Так, играем в пещере, да? Ладно, а мы здесь еще постоим. Ты не возражаешь? А, ты, гад, ты еще сюда заезжаешь, вонючий случай. Ну, подожди. Подожди, я сейчас еще одну. Так, внезапная смерть. Сверху дайте. Опа, за что ж я тебя не могу попасть? О! Так, здесь ты. Да ё-моё. На тебе. Выиграли.
Как я заметил, здоровья у меня больше, чем у него. Да что такое там у меня сверху получается? НЛОшка какая-то, что ли, или что? Да почему я примагнитился? К чему? Что там такое? Смотри, а здесь другая арена. Не знаю, почему они так быстро арену меняют? Ну, ездили бы в той арене. Ничего страшного. Так, ну ты будешь там переворачиваться сам? Умрёшь, нет? Ладно, сейчас сама крутилочки помогут. Ну, молодец. Еще. О! Начинает щелкаться. О! И мне даже щелкнуло, понятно. Так, а ну-ка, да, привет. Опа! Понял. Сейчас, сейчас. Так, опять внезапная смерть. Сверху идет. Крутилки. Опа! На. Сейчас зарвется. Есть. Победа за синим. Ну, как-то так поиграли.